Ну да, погода так поддавливает, поддавливает. Ну, ты отдохнул, вернее, сегодня, конечно, не очень получилось, как хотел, наверное, с отдыхом. Ну так-то супер не было же. Напрягух. Или вообще хотелось отдохнуть. Ну, полезное дело сделал, офигенское. Ну, тогда я выберусь. Да? Ну, молодец. Я не хочу брать. Просто реально, Бет, если бы сейчас ты не помог, то это, блядь, надолго бы просто все опять было бы. Как всегда, у нас что-то есть хорошее. Надо просто довести чуть-чуть до ума, а... И всегда по времени. Thank you.
он убрал, да? Хорошо. Сколько лет ему? Будет 56. Ну, возраст такой. Что-нибудь он говорил про события вот эти вот? С музыкантами, заход музыкантов в разные места? Не видел. Воздержался, да, от комментария? Да он особо не воздерживается от комментариев. Смотря что говорит, на какую тему. Да хуй говорить, по факту. Колонку убираем. А, да, да. По факту. Зашли. Поебашились, блядь, ушли. В другую сторону поехали. Здесь как бы здесь. Что говорить? Здесь вот такие пироги. Жарятся, варятся. Конечно, да, в идеале, чтобы они не двигались, это надо что-то их прикручивать. Нужна какая-то основа, наверное, по внизу. Какая-то, блядь, притянутая, может быть. Можно особо по ощущениям, когда вот залазишь, напоминает этот буёк на Вовке. Вот, ну да. Ну, движимая вот эта штукенция. Так-то мы здесь даже можем сделать такой шест пилон. Если высокий столб, просто вот сверху надо что-то, чтобы притягивало нижнюю опору в массуху. Вот это колесо вместо плиты, например, основной. А если какую-нибудь мягкость сверху сделать? Вот здесь. Блять, аж это... Я знаю, что она не упадет, но это как бы очко, блин. По тихой грусти. Тут шнурок этот, конечно, прилазает. Да, основато, что угол наклона, когда вот пониже там нога, второе колено это было, она меньше задавала наклон, и та покрышка задавала. Либо какое-то, если колесо от мотоцикла там поставить, чтобы тоньше, чем это в диаметре, как оно, сука, в плоскости. В диаметре, сейчас все одеваюсь. Смонтировать? Нет. А ты помнишь логин и пароль от СКК-шного Ютуба? От канала? Нет. Я скачивал творческую студию, но если уж я монтирую здесь, например, то чтобы отсюда сразу на выгрузку ставить, чтобы не перекидывать на ноутбук, там вот это вот все.
Не, а ты не помнишь? Нет. Я не помню, что-то вместе там, что-то такое. А, надо наверное, в старом телефоне, кстати, у меня забито. Да, я там звонил. Ты же заходил, да, через телефон? Ты же выходил? Через телефон нет. Но я сохранял заметку на том старом телефоне. Все время смотрю. Ну, мне кажется, лучше через компьютер выкидывать серый. Ну, в принципе... Потому что здесь он будет тебя трафик съедать. А у меня безлимитный, чего? Блядь, ну вспомни, у тебя на разгрузку же, помнишь, она кончается. Я не раздаю интернет, я сам... А, да, ты выгружаешь, точно, да. Вот если бы я тебе раздавал интернет, то да. Так не помню. Сейчас даже вот у меня заметка есть, там написано. Посмотри, если что, да. Так, ну что, последний ход, сейчас попробую. Хуяк и нырнул. Ты обсудишь, блядь. Нет, так-то, конечно, да. Можно сделать так. Прокатиться, вернее, закрепиться, корпус сюда, а ногами через кульбит кувыркнуться. Бля, можно поломаться жестко. То есть, раз, упор. Вот так только в руки. Хуяк обхватился и прогиб ногами туда. Корпус здесь. Да, штукенция. Ладно. Допьешь? Где гитару? Сейчас. Все, на все. Покачайся на качелях. Ты же не раз не качался. Залезь. Не, сейчас не хочу. Я потом. Сейчас у меня такой. Вот ты бы, вот сядь. Залезь. Просто сядь. Ты все равно ничего не делаешь просто сейчас. Вот ты как раз ты сказал, сейчас у тебя такое, вот как раз оно тебе вот это такое ощущение из детства и придаст. Можешь постелить, если хочешь себе мягкую какую-нибудь подстилку. А можешь так просто. Не пожалеешь 100% сейчас. Вот прям. Сейчас. Двадцать 29 июня, 2023 год. Всем до свидания.